Крошка Антошка ТВ представляет. Привет, я полицейская машинка Полис. Привет, Полис, а меня зовут Таксик, я машинка такси. Очень приятно, Таксик. А для чего нужны машины такси? Это очень нужные машинки. Такси перевозят пассажиров прямо туда, куда им нужно. Действительно, очень нужная работа. Полис, а хочешь, я тебя чем-то удивлю? Давай, удиви. Вот смотри. Машина такси. Что здесь удивительного? Ты подожди, смотри дальше. Может, бывают автобусы такси? Да, а такси Монстр Трак ты видела? Это очень необычно. Да, а теперь ты увидишь такси Самосвал. Ничего себе! А разве такие бывают? Держись крепче, сейчас я тебе покажу поезд такси. Вот это да! Теперь ты меня по-настоящему удивил! А я знаю, чем я могу тебя удивить! Чем же, Полис? Я тебе покажу интересный мультик про машинку такси! Ух ты, давай! Давай вместе соберем машину городской службы такси. Это колеса. Капот и передние фары. Багажник и задние фонари. Вот задняя дверь. А вот передняя дверь. А это плафон. Какая красивая машина такси у нас получилась. Машина такси выезжает на вызов. Эй, такси! Счастливо! Ну что, Таксик, понравился тебе мой мультик? Да, Полис, спасибо. И ребятам мультик про машинки тоже наверняка понравился. Почаще заходи ко мне в гости на канал Крошка Антошка ТВ. Будем вместе смотреть интересные мультики. Хорошо, Полис. Мы с ребятами обязательно так и сделаем. А пока, пока! Пока! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.